Доброго вечера всем. Черноморец спустя два выездных матча возвращается домой к себе в Новороссийск и принимает сегодня тульский «Арсенал». Что ж, с центра поля Черноморец, «Арсенал». Матч пятого тура, Мелбет, первая лига, 12 августа, суббота. Давайте смотреть. К 25-й минуте матч с «Енисеем», Макаронко забил два мяча. После матча признался в интервью пресс-службе, что... Продолжу чуть позже. Прострелы, удар в ближний, 1-0, «Арсенал». 12-я минута, Хабибов. Как же легко-то, а? Как легко. И без Джонатана обошлись. Но сейчас 0-1, и «Арсенал» атакует. А Коронква 2-0. Или вне игры? Нет, вне игры, вне игры, вне игры, вне игры. Подача от Хабибова, мягкая, за спину. Да, было. Но продолжается, смотрим повтор. После повтора атака «Арсенала» новая в ближний, Фролкин. Я не знаю, кто должен сейчас взяться за ум из гостей и поговорить. Выходит с оборона через Макарова, Гилаян, Акаронква справа. Бегут быстро, силы есть. Гилаян здорово, за спину, Акаронква! Это не пенальти. Машлякевич показывает желтую, показывает на точку. 23-я минута, «Арсенал» возит. С трибун просят Даниила. И отбивает Фролкин. Гилаян. Видите, сам сейчас недоволен тем, что 0-1. Сам спас, сам взял. Все матчи в старте. Большой объем работы. Гилаян, ну... Двоих собрал. Прострел. Хороший момент. Там пытался Хабибов еще и подловить отскок. Развернул двоих тут. Более такая управляемая, более тренерская. Это факт. Новороссийск. Вот момент первый в матче. Пробить. Кокарев красавец. В ближнем бою не сплоховал до конца против Саадуева. Очень близко было Красильниченко. Вынос. Быковский. И что? Точка. А вот это шанс. 29 лет. Коробов против юного Кокарева. И под Кокаревым, как обидно. Но 1-1, 39-я минута, гол. Дмитрий Коробов с пенальти. И открыли счет. Вот после углового, да. Коробов, подача, удар, и залетает в дальний. 50-я минута, гол из раздевалки. Это снова Коробов. На его счет будет гол записан. Подачи, мне кажется, никто не коснулся. Вот так юбилей отмечает. Часто не хватает сил. Еще момент может быть. И... А вот тут Кокарев хорош. Не позволил Руденко. Быковский полез. Да, и вот сейчас момент. Коронква. Нет, не залетает мяч в дальний. Ничего себе момент может быть сейчас. Себе Фомин привозит. Пантелеев катит направо, ударчик, и отбивает Фролкин, и еще раз Фролкин с правой бровки. Фролкин отбивает, Гераев полетел, Фролкин второе спасение. Раз, два, забегает Саадуев, Пономарев между двух бросает, класс, Гераев, ну, штангу! Гараев, прошу прощения, Гераев это у соперника. Пантелеев, Макаров, ударчик с дистанции, неплохо, померка, капитан сейчас приложился. Дубль Коробова, который сегодня сотый матч проводит в первой лиге, и вот так вот юбилей отметил. Двумя мячами Дима, и все, свисток Машлякевича, да? Победа черноморца, и Фомин торжествует, и Фролкин!